Так, я сразу скажу, это неправильно, знаешь, запомни это. Вот это вот улица, ногу вытащил и сразу сюда. А? Это на это не наступать голой ногой. Вы чистенькие будем здесь ходить. Все, ногу вытащил, вы и так же обуваться будете. Ну, хоть маленько отобьем грязь. Значит, с приездом вас. Второе, сейчас покормить надо, а то у нас маленько подымил, я картошку пек на плите. Мы покушали недавно. Недавно покушали, может, водички холодной там. На если... всякой воды, да, по-моему. Можно. Или не очень холодной. Смотрите. Можно чая, кипяток-то есть. Вот ваша машина стоит, вон она. Видишь? Так, вон, Слава, здесь полная, смотри, здесь целая охранная система. Нам это не надо. Мы можем ее просто поближе подтянуть сейчас здесь. Это брат один сделал. Это вот дверь, где заходили. На весь экран дать. Вот, теперь вышли. Ну, больше она не войдет. Дальше она уже захватила, нет, и дальше не захватывает. Потому что главное у нее вот где ограда. Днем тут просто каждого воробья видно. А сейчас, ну, ночь это, освещение-то, а то. В любой темноте видать. Ну, и совсем здесь как заходить. Здесь, там по улице идти. И тут по двору когда идти. Летом мы тут не были, тут все мудрили, братья. А, так это без вас установили вот это все? А? Без вас это все установили? Ну, я вообще ничего не понимаю. Без меня, конечно, ну, это дорогое удовольствие. Конечно, дорогое, я знаю. Она, при том, вот вы сейчас ляжете спать, что? А она съемку ведет круглосуточно. Запись. И, допустим, она ведет запись, ну, сколько там, месяц. А никаких происшествий не было, проверять нечего. Если движения нет, она не снимает. Если какое-то движение есть, она сразу начинает снимать. Автоматика. И при том, контроль на этом другом месте в городе идет. Отсюда нет. Ну, все, дожили до чего. Ну, ну антихрист, все под контролем. Давайте. Сюда. Ну, водички, если да, водички. Эх, у нас картошечку какую сделали, это поели бы, а? Нет. Уже это лишнее будет. Поели, да. Помидоры тут есть. Воды надо. Ну, воды это насос. Вот она, котенок. Буска. Вот здесь. А отсюда черпать можно вот этой кусочкой. Тихо, тихо, тихо. Даже призыв, что рыбу дают или что еще нет. Там сюда черпак будет. Ну, наливайте в эту кружку и пейте. Да. Все. У нас мышей. Это удобно. Вон. Это ее. О, самый главный. Да, она маленький котенок. Это мать, это ее дочь, а это вторая дочь, поменьше. Но я голубей держу и много пшеницы. И мыши сильно... Нет, не пойдет она, нет. Все. Назад, значит, пахнет не тем, не рыбой. Спасибо, Господи. Где ты так, вот? Вот, вот, вот это набери. Значит, решайте, где вам ночевать. Ну, у себя переночуем, там у нас все есть, ну, мы уже привыкли, там все нормально. Вставать во сколько хотите, а то у нас вставать-то на молитву 4:40 встаем. Ну, а что, попробуем с Игорем связаться, что там, как. Ты ему звонил? Я вчера с ним разговаривал, ну, он сказал, что сегодня только вернется, и говорит, надо посмотреть, потому что там все замело. Да. Поэтому... Ну, так переговори. Он давно уехал? Ну, днем он был. Днем. Ну, днем уехал, сейчас я не знаю, что он там посмотрел. Ну, он дома, конечно. Дома он был, может быть, часа в два. Пообедал в Надежде Васильевне, ты и поехал. Две секунды и на другом канале. Вот так. Здравствуй, Игорь. Ну что, мы уже у Игнатия Тихоновича. Только приехал? Ну ты-то по старой дороге смотрел там или по старой?
Слушай, а по этой, которой летом-то ты меня затаскивал? Там вообще? Так, что нам какое-то решение принять? Что там? Надо разведку, конечно, провести. Ну тогда давай так. Давай мы утречком рано там подымемся, поедем, чтобы мы там, ну, участников там, может, 6-7 уже были на месте, у 73-го километра. Ну и там пойдем пешком, посмотрим. Проверять будем, что там, как. Ну и завтра. Или давай, может, на встречу там действительно, ты уже пройдешься, ты даже сразу бери, наверное, этот Т-150. Чтобы нам... Нам главное дорогу, чтобы мы видели, потому что у нас и блокировка, и цепи есть. И груз хороший, мы должны пройти. Если, главное, чтобы там, ну, по твердому идти, и все. Если... Ну, у вас какая температура сейчас? Ну, внизу землю не разморозило. Землю не разморозило. Если она схватилась уже раньше, то это надо, не знаю, несколько дней, чтобы плюсовая была. Тогда... Ну ладно, давай тогда утром мы там. И, наверное, свяжемся утром. Ты когда просыпаешься? Скажи, машина на улице, не могу заехать. Скажи ему. Да, мы машину оставили на улице, потому что здесь узко, заехать не смог сюда, во двор. Ну да, у нас здесь. Ну, у нас чуть, у нас короче, чем у Сергея, который был тогда летом. Чуть-чуть короче там, ну, я не знаю, может, на метр. Всего. Шадрин Сергей. Давай до утра, да. До утра. Ну, всего доброго. Спокойной ночи. Ты видел ролики про Южный пруд-то? Да, смотрел там про пруды, смотрел, как вы брата привозили своего, да. Показывали все. Ну там. Ну ты видел, как его обделали, ты не узнаешь это. Ну, беда, что драгла не нашли, и мы не углубили, и поэтому у нас неизвестно, что будет. Этот пруд не в лагу, а на ровном месте, практически. И мы спуск все сделали, но сделали, я ему сделал у пруда этого, для дохода воды. Она зайдет и обратно выйдет, потому что надо замок сразу ставить, она же не будет столбом стоять. Вот если бы нынче мы достали это и углубили его. А этот, который поднимали уровень, что, как он сделали? Как он себя чувствует? Забили. Как забили мы? Он весной покажется. Не, как мы сделали? Сверлить ничего не стали. Сделано, нашли, где большие, которые осины притащили, упираются. И потом проволокой между собой стянули и сверху начали с соломой бутить. А там действительно, вы же так сказали, доски оставить? И рядом глина, да? Да. Ну все, конечно. И все, забили. Хороший был очень бульдозерист, опытный. И он прям буквально зависал. На такой высоте мы боялись, он просто рухнет. Ну и с другой стороны, там никак, дополнительную насыпь сделали, он по ней начал завозить. И с той стороны еще. То есть сделали все. Ну а дальше, как уже весна покажет. У нас сильно пугают бобры. Вот такие вот норы, со всех сторон все прогрызают. И... Никогда не было бобров здесь. Никогда? Они появились, что ли? 3 года назад примерно. Интересно. Нашествие бобров. И они нам не мешают, но они плотины прогрызают. Вот в чем дело-то. Плотины. И на... Но отработка-то поможет? Вы просто надеетесь пока, да? Не знаете. Но... Видите, пруд-то мы не можем весь обрабатывать. Ну, а конечно, он будет. Ну, хотя он на вот, это мы обрабатывали, отработка это только спуски деревянные делали, которые просмаливали. Ну а дальше видно будет. Ну может, Господь им не разрешит? А? Может, Господь не разрешит им? Ну, если Господь не разрешит, то да. Но люди как-то ловят, отпугивают, а мы ничего не делаем, только смотрим и все. В свидетелях. И там дальний, который был. Северный пруд мы сделали, и самый большой здесь на него он провел. Ну, маленький, сказать, не маленький, это лог. Первый мостик называется, и на второй прошли. Ну, а там огромный прорыв был, просто огромный, и он его заделал. А то, что я делал, вот это ощущал, который думал, у меня не получилось, потому что пошло боком все. Когда я между собой сцепил,
проволока-то мощная. А он когда начал гнать, первый гонит пласты, и они на проволоке повисают, следующая на них, и она затрещала, все, и пошла. Нам что срочно рубить, и, иначе она просто падает и для воды проход делает. Я-то думал, как, она земля будет падать, прорезать ее проволока-то. А он первый слой туда гонит, а ему никак нельзя по-другому. Ну, целик. Ну, так что... Ну, уже посмотрим там на месте, уже разведку ну, проведем. Да. Ну, все сделано как надо. Так, ну что, мне хотелось вас накормить, не идите спать уложить, пойдете. Ну, поговорим еще, а что у вас нового еще здесь? Ну, что у нас там, какие события? У нас каждый день новое. У вас есть все интересно, поэтому... Ну, почему? Во-первых, то, что мы там закончили, вернулись, и у меня беседы почти каждый день, с кем-то беседы по скайпу. И здесь работаем, люди что спрашивают, письменно беде. Я-то дома сижу. Это не Потеряевки там тогда были какие-то события. А я тут опустился, меня и не видно нигде. Только здесь. Ну, а врагов и друзей хватает. Ты этот гимн нашему сайту слышал? Слышал, да, да. А надо же придумать. Я нигде спрашиваю, всем задаю вопрос. Где-нибудь в интернете есть, чтобы сайту гимн? Здорово взял. Господь делал, да. Товарищ Саваш не слышал? Ну, конечно. Я не знаю, может, он... Я потому что они... Там это ходят, несколько и... минут я могу дать послушать, чтобы он знал. Вот смотрите, это наш сайт. Вот я покажу сайт. О чем речь идет. Вот посмотрите. Вот это «Во свете Библии» называется сайт. Это очень большой сайт. Тут 50 книг аудио мной насчитаны были. Вот это вот книги. У меня 38 книг вышло из печати. Вот это вот мои книги. Ты видел у меня на полке? Они здесь находятся. Здесь. Ну и здесь много-много. 4124 ответа даю. Сайт. А вот это вот форум. Огромный форум. Это 1600 тем только. Он очень легкий, им пользуется удобно. Ну а Mail.ru, вот наших только 20555 фотографий. Представляете, наших только. Вот этот видеоканал 5800 роликов наших. Так, видео я видел. Вот. Ну и вот человек зашел, и ему сильно настолько понравилось, он стихотворение написал и музыку. Малашин, фамилия. Вот, да? Посмотрите. Не, Мочалин. Или мама Мочалин. Сомнения нет в Христовых пресветлых стопах. Нам путь освещает лишь Библии свет в земных и небесных мирах. Должны мы нести Слово Божие в сердцах всем людям планеты Земля. Забытые строки с любовью Отца мы славим вновь правду Христа о свете Библии. Славный бой.
профессионально, да? Да. И вот надо человек, который нас не знает никак, только по интернету. И вот такое написать. Тут такие... Ну, сайта такого подобного даже, равного даже нет. Да это нет. Действительно. Во-первых, в честь чего во свете Библии сайт? Вот форум во свете Библии называется. YouTube во свете Библии. Но это нельзя сделать, это Бог делает. Почему? Потому что поносители есть, а сколько врагов. Вот мне понравилось, как он сказал, смотри, о, сколько врагов, вопросительный, восклицательный. И сколько друзей, три восклицательных. Я не поправлял ничего, вот все как есть. Вот смотри, тут еще хотел показать. Так. Это значит пение, видите, стихи. Как их деться, подожди-ка. 7 футов. Посмотрите, стихотворение мне посвятил один. Кто? А что? А? Поэт из грязи. Вот это... Сколько написано? Я не знаю, я после беседы с вами что-то меня как-то рифма легла, я написал быстро и все. Понятно? Вот. Считай сам теперь. Я даже сам, это не мое, честно я вам говорю, это не мои стихи. Я не верю просто, что... Я какой? Я просто как-то... Ну видишь как, я в морфлоте служил, и он пишет 7 футов под килем. Морская душа всю жизнь прошагал без оглядки. Все делая только во имя Христа, тому подтверждение заплатки. Заплатки прославляются мои, а другие, а, он научился заплатки выставлять-то везде, ему везде помогают это, завидуют заплаткам. Я говорю, ну надень рваное, ты пойди, тебе наоборот будет шарахаться. Вообще, ты знаешь, нынче у меня какие тут работы-то были, как на нас Роспотребнадзор-то насел. Да, конечно, я же свидетелем даже был. Ты понимаешь, когда они напали последний раз, это было... 18 июля, в 10 часов вечера, когда я уехал спать, и полиция-то нагрянула. И дети бежали, и я этим днем расформировал лагерь, его нету. А они через 9 только дней начался процесс против меня, суд, и требуют приостановить деятельность лагеря, а его нету, они опоздали. И суд вынес отказать ввиду отсутствия состава преступления. Вот давай, интересно, детей-то они отдают, сам знаешь, мы еще начали скупать дома. И там будут люди жить, значит, подарили ему дом. Смотрел я там, ремонтировали, да, ремонтировали. И твой-то, где останавливаешься-то, это же мой дом. И, то есть нам где есть теперь детей принимать. Ну, там заранее, который во дворе стоит, надо весной его законопатить, все. Ну, не на зиму же. Вот так. Если Господь благословит, а в лагерь, а что-то, пришли, там, помолились, позанимались. И тогда Роспотребнадзор, по теории, то он не должен нападать на нас. Это частная, это частная собственность, да. Они-то нападают, где спят и где едят. Ну, самое уязвимое место, это санстанция, это уже везде, когда-то давно сталкивался. Ну, вот такое. Свидетели голуби, кошки, жена, друзей перечесть мало часа. Для Бога работа и не ведая сна, трудов многотомная масса. Вообще, ты слово живое несешь городам и селам несешь, континентам. Твой голос звучит для сердца бальзам, глаза открывая неверным. Награда Творца – поношение врагов за верность и правду оковы. Молитва в 7 раз. В 3:10 подъем и снова в строю быть готовым. Мы-то с вами 4:40, я просто для интернета раньше встаю. Алло, вы не против? Мы запись ведем и выставим для интернета. Конечно, не против, озвучит ответ тот, кто на другом конце света. Гори, не погаснет ты наш огонек, в светильнике полном илея. Маяк для ослепших, он очень далек. В 100 крат умножай свое семя. Как ты написал, я так все и оставил. Автор неизвестен. Все. Главное, я ни одного слова опровергнуть-то не могу. Слишком возвышенно. Видно, что человек это знает. А другие-то, которые, бывает, нападают, совершенно ничего не знают. Придумаю где-то, а раз придумать, я знаю, ничего нету. Зачем бы придумать, когда достаточно статьи, чтобы меня осудить за мою жизнь? Мне даже удивительно, вот я не раз вот так как бы вопросы культивируют сердце, то есть как они, Господь сказал, по делам, то есть дела-то, да. Ну на дела посмотрю, да. Все.
Ну, спорить-то, что ты будешь спорить? Ну, не видишь человека. Опять же, не все. Которые нападают, они вообще ничего не знают. Вот сейчас отец Аким поехал, он по святым местам, там, в Почаево где-то, и пишет там под именем Петров какой-то. Вы думаете, так отец Аким проехал? Это он героин развозит по общину. Героин. У меня живут ребята, а это почему? А это, ну, там называют геи, там, а другое-то живем мы вместе. Женятся друг на друге. Вообще... Опупело, я говорю, опупело, еще чаще причащайся. Совершенно потерявшая совесть и рассудок. Ну, это враг, это враг. Да меня все это, время... Это, у нас, в моей области-то, ну, «Форпост», мы же смотрели эти фильмы. Ну и батюшка, да. Лонгин. Лонгин. На него же тоже там, то есть, тоже нарко, да там все наркота, да там да. Этот Янукович. То есть, вот, ну, это поношение, то есть, это награда, которая здесь остается, поэтому... А у Бога, если у Бога что-то есть, Михаил, значит, обязательно. Да. Нам дано не только веровать, но и страдать. Да. Я тоже как-то, ну, поначалу, когда первый шли, думаю, почему я человеку сколько помог, я ему это. А враг берет его и против меня направляет. Да. И потом ко мне как-то дошло, значит, у меня у Бога награда уже есть. Да, все, награда, я уже рад награда. Тогда, уже доволен. Чушь. Вот это, что нападает, невинно, там, разными словами называет, ну, разными-разными там, и матерятся прямо. Это означает, мой путь угоден Господу. Златоуст говорит, это переносится труднее, чем когда тебя поражает, давит проще. Иов претерпел все, а когда друзья начали нападать, он не выдержал. Он начал оправдываться. А что оправдываться? Потому что неправда. Неправда, за мной люди идут, вы людей отбиваете. Вот такое дело. Чем занимаемся? Еще у вас новое. Это каждый день новое. Это Господь так делает. И вот нынче такие расходы были. Я посчитал, приехал. Пенсия минимальная. 6500 рублей было. Так вы же говорили, даже кто-то там другой получает. Нынче-то я за лето истратил, фактически, и через мои руки прошло 777 тысяч. И 777, да? Да. Ну, вообразить даже нельзя. Я подбил здесь итог-то бабки-то. Ужас какой. И нет опять денег. Я никогда, у меня начни обыскивать, ничего нигде нету. Копейки даже нету. Вот где-то работает, ему хлеба дадут, принесет, хлеб у нас есть. Мука отдаем, нам стряпают напополам, им и нам. У нас все есть. Павел говорит, мы нищие, но всех обогащаем. Спаси Христос вас всех за помощь. И при том я не прошу, тут еще важный вопрос, я не прошу, а они знают. Так Господь, Господь ложит на сердце, и да. Все, и люди приходят. И люди видят, что я могу сказать, мне ни одного рубля не пристало за полвека, ни одного рубля. И не два дня. Я в Америке, когда ездил, сильно огорчал их. Я ни одного мороженого не съел. Они мне еще не накопят, ведь даже носки были рваные. Взяли, написали все. Только для меня в лагерь. До Санкт-Петербурга дошло, там украли все. Все, и один пишет, говорит, милиция, тут все взломала, мы сейчас обедаем, пируем. Ну, интересно, книги и иконы все дошли. Значит, то мне и не надо было. Мне самое жалко было, немецкие станки деревообрабатывающие подарили. Такие тончайшие работы. Все сняли. Мы собирали, я же ездил там от океана до океана, собирали, помощь была. Там и бочки с вином, и муки, чего только не было. Ни грамма не дошло. Ну, все. Господь, наверное. Главное, из океана перевезли, а в Санкт-Петербурге все разворовали. Ну, это 92-й год, и что сказать-то? Трудно было людям-то. Может, кого-то мы поддержали этим. Швейная машинка была, я не знаю, дошла она или нет. Все написано, на ней прям специально написали адресы. Ничего нету. И как-то интересно, мне нисколько не обидно было. Во-первых, моего там нет ничего. А во-вторых, Бог знает. Я один только написал, я сейчас ем, говорит, адрес на ваш, говорит, мне так стыдно. Да? Хоть один сказал, но я еще. Ну, поел ты, сытый же был, не подавился. Вот так. Я вернулся, когда из заключения-то. Один написал акафист мне. Акафист живому. Это кирилловянские буквы. И же Игнатия, в узах еси пострадавший за слово твое, Господи. Да и проще такое вот. Я говорю, ты что делаешь-то? Я живой. Как бы умер, там еще можно. Акафист. На полном серьезе. Так было дивно. Ну, а другие такие пишут. Считать даже не могу. Я не знаю, кто-то там где-то покажет, я даже не считаю. Если они не знают ничего за мной и говорят то, что я оборачиваюсь, о ком они говорят, это значит, ничего нету, Бог сокрыл. Это когда отец Аким служил, двое со священником, они служили где-то там
ну, какое-то такое небольшое городишко, я сейчас могу из Секуль, что ли. И вот поехали, а им надо предыдущего священника вернуть. Они поехали архиерею жаловаться. И говорят, мы вина берем, сколько на литургию-то, а они больше тратят. А архиерей был у них, архиепископ Максим Кроха, фамилия его. Он говорит, ну, если больше пью, так видно было, что пьяное это было. Нет, не пьяное. А куда же они удевают? Дров много жгут. Дров, говорит, ну, жгут, так тогда жарко будет. Они, говорит, выйдут в трусах, ходят по двору. Прихожане, причастники. А батюшка узнала, их встретила и говорит, да чего же вы так это, ну, архиерея-то огорчили-то. Да вы бы пришли, скажите, с каким твои недостатки. Я бы сказал, что по делу было-то. А чего я не могу исправиться? Вот мне сейчас один пишет. С ним недавно по скайпу тут занятия идут. Смотри. И он пишет. У него он курит и говорит, он мне сейчас скинул. Mm-hmm. Вот. Сильная тяга к курению третий день. Может ли гасить эту страсть водкой? А я ему пишу. Считай. Брат. Ты слышишь, все. Он что играть? Говорит мне, извините, говорит пути, говорит, со мной никогда никто такого не делал. Говорит, я так мало курю, я говорю, Игнатий Тихонович уже молится за тебя, и Господь уже тебе помогает. Ничего не надо, чтобы выхлопная труба на голове была. Зачем тебе? 12 лет жизни отрезает, ты все через дым смотришь. Туман в голове. Рак легких, обеспеченный. Зачем тебе? А я ему пишу, если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собой, уже не устоит царство. Грех грехом решил вот так. Теперь, а он пишет, я принял, что курение ничего хорошего не дает. А ему 82 года. Ему? Ему. И курит уже лет 60, наверное. Ну, богатырь такой вот, я тебе покажу его. Ну, а вино-то, секера ли, это на радость нам дано. И опять сижу, я радуюсь, допиваю бутылку водки, и так одним грехом меньше. Курение ничегошеньки хорошего не дает. Это действительно вредная привычка, а дьявол. Это он мне сейчас написал. Да, истинно так. Вот я сейчас могу даже показать это. Подожди-ка, маленько глянуть. Так, это вот про Южный пруд. Ну, это да, трактор смотрел. Вот он. Я сейчас его открою. Так это что? Ну, так это не это. Я что нажал-то? Нет, это Златоуст. Все. Промазал немножко. Надо Игорь. Не то нажал. Вот оно, занятие. Ну-ка, откроется. Вот смотри, сейчас ты его увидишь. Вот он сидит. 82 года? А? 82 года? Да. Вот он, действительно богатырь. Не скажешь так. И настоящий православный. Пьет, курит и матерится. И ходит и защищается. Ну вот, давайте порассуждаем. Вот он. Понятно? Вопросы? Пожалуйста. Это по скайпу занятия. Занятия по скайпу идут. Ну, там привлекали, ну, я занят сильно был, думаю, что... Он, вот смотри, сейчас покажу. Вот дальше. Сейчас я... Мы уже говорили на эту тему. Впереди было сказано, что... Кто говорит, что не грешит, тот обманывает самого себя. А здесь как бы противоречие. А, видишь, что я тут... Другую надо. Это не то. Не то, не тот номер. Сейчас, подожди. Это другое я хотел показать. Назад вернитесь. А, да, назад можно вернуться. Так это на этой неделе было-то. Ну да. Нет, на той. Вот, сейчас я открою. Который грешник и который согрешил. То есть, тут вот как надо сделать. Закрыть это и зайти в предыдущую вот сюда вот. Чистое занятие по скайпу. Подожди-ка минутку, сейчас покажу. Интересный случай такой. АБВГД. Занятие по скайпу 1 Иоанна 28. Ну вот это оно и есть. Сейчас ты увидишь, что тут есть.
Да, вот она. Она, да? Да. Вот он. Ну его Сергей где-то крупным планом показывал. Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди. Ты иначе, значит, сам снимай. Это ты ворочил или я? Вот это, он. Вы это. Их биршайся написано. Он надел, не знает, а Сергей ему говорит, ты надел вот это-то? А это что-то по-немецки, это что-то это у них матюк, как, а? Матюк какой-то или что, по-немецки. Да он не знает. Ему говорят, может, что-то плохое, он говорит, нет. Ну, а я не участвовал, меня там не было. Смотрю, а я немецкий язык когда-то... Ну, вы много языков-то знаете. Проповедовал в собрании на немецком-то. Да не может быть. А кто-то считает Шисен. Шисен — это стрелять, правильно один сказал. Это шайсы. Я не поверил даже. Словарь посмотрел, действительно так. Позвонил в университет, там знакомая преподает немецкий язык. Она говорит, а за знаете, это вот это то... Я говорю, что тут толкешься-то? Ты говори прямо. Ну, это как вроде навоз. Навоз? Это мягко сказано. А в Ставре написано «дерьмо, говно». Так это он у него говорит... что написано? Это у него написано «я говно». Представь себе. И он на себя насыпел, а внизу пальцы показывает на кого-то, кто это ему как бы говорит, что ты я такой. То он говорит, ты сам в этом виноват, что я так я. Ты мне должен. Понимаешь? Вот, а там написано дальше, значит, шайс, а здесь говорит шульт. А ну без шульт. Ну и вот такое дело-то. Тут дальше прошли занятия, а следующий день он уже пришел без этой, без майки. Так. Вот так. Ага, Никита вышел. Может быть, что-то пропотеряю. Понял, тогда что? Ну, будем ждать морозу. Будем ждать морозу. А ты скажи это, Игорь. А, например, если вытащить этот Мерседес, ну, тоже не хочется его уже там... Это легко, да? Ну, чтобы я товарища отпустил, да, потому что у нас... Это он у себя там фотографировал. Ну тогда все равно, тогда... Это, наверное... слышь? Сейчас мы еще подумаем, посоветуемся, что к чему. Ларь, о, лестница. Это вход с крыльца. Он показывает, вход чистый, да? Добрался до своего дома и закончил уборку в двух местах. Что ты говоришь? Я говорю, у него коридор-то чистый, видимо. Ну вот смотри, он говорит, закончил уборку. Ладно, понял, благодарю тебя. Давай тогда посмотрим, что там, прогнозы какие-то. 2, 3, 4. Там это электричка в этой первой... или поезд, да? 4, это в дальней комнате. Хорошо. По-моему, так, или где это? Нет, это, по-моему, в Кути, это пища, вот она русская. Не торопись, мы только приехали. Или как? Давай завтра уже будем думать. Это в сенях, наверное. Ну да, да, в сенях. Он на хорошо. А то вот дальше в дверь идет. Он показывает, что порядок навел. Спаси Господи, да. А? Показывает, что порядок там навел, чисто. Ну да, но нам надо определить, где это. А это все там разбросано было. Ну это на третьем этаже. На третьем этаже, вот оно где. Это на голубятню вход. Видишь как? А это он туда... Ну там же на третьем, как залазишь, налево сразу. Ну да, налево, да, такие лежат, он убрал. Молодец. Начинает маленько шевелиться. Никита там. Что-то непонятно, что она затормозила так. Все, конец. Конец? Угу. Ну все, тогда конец. Это он, Никита, там где? Он фотографию присылает, да? Вот, это фотографию сделал, что убрал, там все мусор был. Хозяин-то уехал, все как было брошено, видишь. А теперь это все помыть, тут поштукатурить маленько и можно будет. Это большой ларь для пшеницы был, этот на третий этаж. Ну да, это на второй этаж, второй сказать, лестница. Геннадий Николаевич, Роман, у нас знает, какая температура будет завтра, послезавтра. Сегодня? Завтра, послезавтра. Давай, сейчас мы это сделаем. Притом это мгновенно можем узнать. Так.
Тебе на Барнаул, Алтайский край? Потеряевку. Потеряевку надо? Ну, давай, Потеряевка. Так еще на Алтайском крае на 2 недели. Алтайский край, Потеряевка. Значит, что? 3 ноября, это сегодня, была плюсовая. Завтра в субботу, в пятницу будет минус 2, минус 5. Суббота минус 10, воскресенье минус 11. А дальше опять пойдет вниз. До нуля дойдет. Так это нам и надо. 2 дня тебе. Как? Игорь Барабаш только что звонил. Да. Посоветовался там с кем-то. Говорит это. Сейчас никак, надо ждать морозов. Ну вот они. Вот они и есть. Ну так. Вот идет пятница. То есть легковую, он говорит, оттуда вытащить, он вытащит легко, Нивой даже. Да. Легковую. Да. А мне с таким грузом, говорит, надо подождать морозы. Потому что засяду, и, говорит, потом будут. Там какие-то эти свеклу. 100 метров, говорит, техника у них есть, они даже не заезжают, даже не пробуют, потому что все уже растаяло. Ну да. Поэтому это хорошо, вот Господь дает нам 2 дня. Ну застыла или нет? Под снегом, может быть, она еще, морозов-то больших не было, она может быть там неше. Вот поедешь, а снег продавишь, а там жижа. Ну правильно. И не надо ехать. Вот суббота минус 10-11, вот субботу. И воскресенье, может быть, лучше всего тронуться, она день-то проморозит. Мы можем завтра спокойно подъехать туда. Пойти посмотреть, вытащить оттуда Мерседеса. И потом я в машине там могу жить, Вы там на заправке. Горючим заправьтесь под завязку. Конечно. Ну смотри, вот оно, пятница, минус 2. Это в воскресенье лучше. И сразу суббота минус 10. В воскресенье с утра как раз то, что надо. Как раз целый день суббота минус 10. Облачно. Воскресенье с утречка. Пасмурно, снег. Цепи сразу. Если мороз будет, сразу цепи. Ну, дальше воскресенье уже. Вот субботу она промерзнет. Воскресенье. Может, до понедельника даже, подождать? Да. Даже днем. Даже днем мороз. А? Днем тоже мороз. Ну да, мало. Минус 5. Ну, минус-то 5 все же. Ну, а здесь минус 9. 10-9. Тут 10. Одно и то же, считай. Ну, посмотрим. Не знаю, тут я не советчик. Мы как? Рвать ничего не будем, но главное товарища отправить, потому что он за машиной. Так, приехал. Как, товарищ, это что ему нужно-то? Ну, машину оттуда вытащить. А покуда? Он... По этой дороге? Да. Если это пройдет, то по этой дороге он пройдет. Поэтому я думаю, мы завтра потихоньку поедем. Вы протопчете. Ну, не знаю. И нам главное вытащить. Ну, а если застрянете, там 16 километров. Легковую, Игорь говорит, запросто пройдет. То есть за легковой вопрос не стоит. Так, вас, ваше. Да, вот это главное. Потому что у меня общий вес 34 тонны здесь. Сколько? 34, я даже не ожидал. Ну, 34, это конечно. Это полвагона пульмана. Половина. Корешка. Ничего, потихоньку. Спаси Христос за молитвы. Мы молились каждый день. Община не ваша. И я знаю, там Берсеневская община тоже молилась. А мы чувствовали молитву. Мы Урал пролетели, как раз буря налетала, а мы как бы из-под нее выскочили. Целую ночь ехали, без остановки. Mm. А сложно. Там на месте где-то заезжали, видели, какая площадка как бы сделана. И там ночевать нельзя, там нехорошие люди. Мы ничего не видели, только я как взял первый подъем, говорю, все, до утра едем пока. Я не знаю, сколько от километров там... Там вообще-то где-то около 300. Там много площадок. Да, в Урал. Конечно. Подъем, ну, мы-то туда-сюда каждый год ездили с Благовестием-то, и там нехорошее место посередке. Площадка есть такая, все, и они дежурят, деньги сразу подходят, деньги берут, а там ничего нет, ни туалета, ни воды, ни... Так что, слава богу, проскочили, нормально все. Ну вот так. Я и первый раз тогда ехал, тоже отлично. Да, она полезет дальше, она знает, куда лезть ей. Муска. Что говоришь? Говорю, первый раз, когда ехал, тоже как на крыльях. Да. Никаких таких происшествий, ничего. Ну так вот, все остальное, это там. Комната так не закрыта, открыто простояла. Ну там не было замка, ключа не было, поэтому. У меня еще не было, где-то. Ну я же не рассчитывал, что так долго это. Нет, там Надежда Васильевна замок повесила, потом. Повесила. Потом, да. Да, повесила. А ключ-то где? Не знаю. У нее надо спросить. Ну, завтра спросит. Она еще сегодня будет и. Она за стенкой.
У нее спросить надо. Так надо сейчас спросить. Ну вот завтра все наши новости, больше ничего и нету. Вот так я смотрю на своих ровесников, кто-то был бы неверующий, что бы делал. А мне с утра до ночи, я все время занят, времени абсолютно нету. Да еще семикратную молитву тут вообще. Какое счастье Бог дал, верить в Бога, жить с Богом. Все по-другому. Ну все, ребята, что нужно еще? Еще не нужно, если. Я бы предложил вам здесь быть. Ну, стеснять вас не будем, мы вот... Да нас все стеснять-то тут. Так это... А, это московское время у меня. Сейчас 8:30 уже. Понял. Все, Володя, ладно, не снимай больше.